Доброе утро, друзья православные! С праздничком вас! Рождеством Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Так вот, пошел гулять сейчас с утреца перед службой в посадочку в свою со своими друзьями. Ну, иду так рассуждаю, боженька, ну что ж ты мне грибы-то не даешь? Ведь вот на этом месте, говорю, я вот, это было где-то года, наверное, два назад, я как-то нашел в одном месте штук, наверное, 50 грибов белых. Это не передать словами, целое ведро. Не иду, рассуждаю такое. Такой взгляд, бух! Передо мной белый гриб стоит. Представляете? Боженька мне взял и гриб подал. Это не передать словами. Вон он. Вон он. Представляете? Это обалдеть. Это обалдеть, боженька. Это обалдеть. Да. Вот так вот, ребята, доверяйте Господу. Побольше говорите с Ним. Побольше с Ним общайтесь, говорите постоянно. Вы знаете, Он такие чудеса подносит, это вообще не передать словами. Он и дорогу указывает, освещает ее. И это вообще, я с каждым днем просто все больше и больше начинаю действительно поражаться Его творению. Это не просто сотворить вот эту землю, а нам ее доверить, нам ее, нам. Людям, созданным по подобию Господним. Вот так что, ребята, доверяйте Боженьке, верьте Ему, любите Его. Он самый любимый, любимый наш, и отец, и брат, и все. Абсолютно все. Ну, еще раз вас с праздником, храни вас Господи. Вот, храни Господи. Ой, слава Господу, ребята, слава Господу. Денечек отличный в праздник. Сейчас вся неделя такая будет, так что готовьтесь к жаре. Для православных, я считаю, жара — это обыкновенная погода. Что такое 40 градусов, 45 для верующего человека. Господь Бог даже в такую жару кондиционер ему дает в душу и в сердце. Это я уже убедился. Сейчас пойду одного искупаю, а этих двух то же самое привяжу, чтобы они оправились. Привели себя в нужный вид, в праздничный, и все. Ну, слава Господу, ребята, слава Господу. На этом пока разрешите откланяться вам.